Всем привет, вы на канале Желтый Rainbow Friends. Мы будем играть в эту игру, потому что она обновилась. И давайте попробуем. Будем 5 минут, потому что 3 минуты не сложнее. Я даже вы видели, так я там рисовала. Будет 2 раунда, потому что видео иначе будет очень долгим. Вот. Блин, загрузка, можешь побыстрее? Ну хотя, мне спасибо, что вы набрали много просмотров на видео предыдущем. Но мы начинаем. Так, наша тема на D. А, вот следующий начинает. Монстр. О, я знаю, какого монстра нарисую. Это из игры. Вот такая, помните игру, где ты там по краскам, где надо убегать от монстра? Вот я его хочу нарисовать. Если хотите, чтобы я его сняла, тогда это... В ролике важно набраться 10 лайков. Почему 10? Потому что я не очень популярный, я вена. Вот максимум, что вы наберете. Но извините, подписчики, просто у меня мало подписчиков такое следят за мной. Вот. Остальные просто так подписались. Вот, блин, что-то за херня. Ну, сейчас мы попробуем так-то нарисовать. Я нарисую из третьей головы такую лапочку на голове. Надеюсь, люди заценят. Он довольно так популярный. Так, руки есть. И еще один нарисую человечка, чтобы было понятней. Блин, что нет. Главное сейчас все не замазюкать. Так, хорошо. Надо заново быстренько нарисовать, блин. Ну, хотела не накосячить, накачать. Блин. А чё я косячу постоянно? Тренированный, что ли? Во. Что это такое? Что это такое? Было бы нормально, если бы я не накосячила. Так всегда я накосячила. Жалко, конечно. Ну, а же мы быстренько все исправим. Три минуты осталось, а я вот это только сделала для человечка, и что сделать? То... Отсылка на мой канал будет желтый, человечек будет желтый. И что-то у меня все не так вот. Вроде бы так починили. Надеюсь, лицо будет нормально. Он же там улыбается, да? Поэтому мы сделаем ему лицо улыбания. Типа он такой... Такое страшненькое. Вот так вот. Ну, похоже здесь. Блин, сейчас это быстрее за эти 2 минуты делать человека. Ща, рука. Ноги. Ноги нарисуем. Тело. Рисуем данного человечка из Роблокса. Нормально. По мне нормально, ведро еще нарисуем. Почему я не умею рисовать руками? Бро. Особенно на телефоне. Жалко, конечно. Ладно. Сейчас мы его раскрасим. Нормально будет. Сейчас. Быстренько раскрасим. Там чёрненького добавим, просто, видите, я скажу, что он это, некоторые вещи чёрненько попадают. Еще лицо ему надо рисовать, бра. Что так сложно? Есть что-то нормальное получится. С моей жопочек. Фу, хорошо, что я заметила. Иначе бы знали, чтобы я бы покачалась сначала на человечке, и у меня бы человек получился, бра. Нормально. Почему у него губы на торсе, бро? Он и так сидит, короче. Ладно, может исправить эту фигню. Исправлю, короче, у него что на лице? Ну что это такое? Не надо ластик брать, так сейчас стерется. Вот мы берем все это. Просто скрашиваем. Пушки их стерли.
пазики немножечко приклеим, чтобы было место на улыбку. Нормально, короче. Так, сейчас мы быстренько все наделаем, тяп-ляп. И нормально будет. Так. Ну, вроде бы так нормально. Что нормально? Пофигу. Ну, готово. О, а вот это вот там, наверное, мой любимый шарик. Смотрите, он желтый. И мое любимое лицо в Роблоксе. Ну, если что, мне Лена нравится это лицо. Девушку мы придавим шариком. Бррр, началось. Сейчас начнем. Ну, поставим на... троечку. Просто надо монстр рисовать, а не вот эти. Это что такое? Один. Где тут монстр? Где? Где я? Вопрос. Где тут монстр? Два. Просто головёшка. Вот там букву. Напоминает на монстра из мультика. А это что за лодка такая? Или это фак? Ну так повежливее сказать, средний палец. А, ну один. Что на кое-что похоже. А это чье ухо? Ухо чье-то. Если бы надо было нарисовать ухо, она бы добавила вот голову. Это было бы на первом месте по мне. Ну да. Ладно, мы этому поставим батареи. Потому что хотя бы старались, просто делали, а не просто бип-бип-бип, предыдущие. Что следующее? О, мое. Интересно, что мы решили на это мне кто-то купил, рисует другую тему, и там вместо монстра было милашный монстр, а я вот кого нарисовала. Да? Или лодка вообще?
Дочил бы выкрасил водку. Меня. Ну ладно, надеюсь, это осьминог. Нормально, красиво будет. Все, не уходите. Я осьминог, рисую. Смотрите, такой красивый. Писики усни, потому что я действительно говно. Ну, нам еще быстренько все это поправим. Чему цвета было, чтобы был контур. Чтобы контур пофукали. Я умею рисовать карандашом, если кто не знал. Могу показать мои рисунки, чек. Шо? Блин, белый дайте. Почему я нубик в этой игре? Я даже в это не могу попасть. Ну, конечно же, сложно всем, наверное, в эту точку мелкую попадать. Ну, он зайдет и этот. Так, до конца. Не-н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 е. Надо глаза, блин, осьминога. Так. Здесь нормально. Нах. Нормально, короче. Нормально. Нормально, нормально. Готово, короче. Щеротиком моим вот так-то намазюкаем. Глаза намазюкали, теперь лучше намазюкаем. Сначала я сделаю тень. Просто чтобы было реалистичнее, мы сделаем тень. Типа, смотрите, вот так вот. Там, типа, есть. Кто внимательно заметит, в рисунке тень. Ой, извините, нормально же получилось. Нормально. Еще вот так вот, смотрим, осьминожку сейчас покрасим. Готово. Нормально, что-то короче подрисуем, и все будет чики-пуки. Ой, пусть будет такой. Милаша. Готово. Можно что-то добавить. На, например, лакок добавлю я вот эту штуку. Не знаю, зачем мне это, но мне по приколу хочется добавить вокруг. Вообще красивенько будет, так себе. Что мы, девочки, мы любим красоту, согласитесь. Вот, кстати, пишите в комментариях, если вы мальчик, тогда синяя сердечко, а если вы девочка, тогда розовая. Посмотрим, кого больше. Я надеюсь, что все девчонки поймут, что я делаю красиво. Пацаны, да, вижу, сам буду смотреть в их нубик. Ты чё? Подходит, как правильно. Ну ладно, закончилось время. Что делать? Давайте. А это что такое? Ладно, я тоже наверное вставила. Вот это. Ну это красиво двое вставили. Ну пора вас могут. Что так тут люди такое? Смог меня. Они нарисуют это и выиграют. А, ну это лампочка. Это один. Хотя два. Ну что нам за осьминог рисовать? Или лампочку нарисовать? Лампочка, ты чё тут причём? Нам осьминога сказали рисовать, а не лампочку. А с вами была Кристина из Rainbow Friends. Всем пока-пока.